модем в формате флешки с поддержкой 4G. В этом видео рассмотрим внешний USB модем ZTE MF833R. Комплект поставки ограничивается самим модемом и инструкцией для него. Внешний девайс выглядит как обычная флешка с пластиковым корпусом белого цвета и светодиодным индикатором состояния подключения. Под крышкой скрывается слот для сим-карты и слот для карточек памяти microSD. Поддерживаются емкости до 32 ГБ, то есть модем можно использовать и как портативный внешний накопитель. Модем совместим с любым компьютером, на борту которого есть USB-порт. Никаких дополнительных действий при подключении не требуется. Как только устройство определится с системой, можно сразу же выходить в сеть на скорости 4G до 150 мегабит в секунду. Таким образом, перед нами простейший 4G модем, который можно использовать как по основному назначению, так и в качестве флеш-накопителя.